Всем здравствуйте! Я благодарю всех за просмотры, за лайки, за комментарии. Больше задач на Boosty, активная ссылка в шапке профиля. Сегодня мы разбираем финансовую задачу из варианта ЕГЭ. Банк планирует вложить на один год 30% имеющихся у него средств клиентов в акции золотодобывающего комбината, а остальные 70% в строительство торгового комплекса. В зависимости от обстоятельств, первый проект может принести банку прибыль от 32% до 37% годовых. Второй проект от 22% до 27% годовых. В конце года банк обязан вернуть деньги клиентам и выплатить им проценты по заранее установленной ставке, уровень которой должен находиться в пределах от 10 до 20% годовых. Определите, какую наименьшую и наибольшую чистую прибыль в процентах годовых от суммарных вложений в покупку акций и строительство торгового комплекса может при этом получить банк. Так, значит, в банке всего S денег. 30% идет на акции и 70% строительства. Соответственно, получается 0,3S и 0,7S денежных единиц. Тогда прибыль от акций, нижняя граница, верхняя граница. Нижняя граница 0,32 умноженное на 0,3S, верхняя граница 0,37 на 0,3S, то есть потому что 32% 37%. Строительство, прибыль в строительстве. Нижняя граница получается 22%, значит 0,22 мы умножаем на 0,7S. Верхняя граница 27%, значит 0,27 умножается на 0,7S. Ставка в банке, пусть будет буква S русская, больше либо равно 10%, меньше либо равно 20%. Значит, получается 0,1S и меньше либо равно 0,2S. Значит, это ставка у нас. Значит, тогда наименьшая прибыль банка от вложений, вот эта сумма плюс вот эта сумма, наименьшая прибыль. Получается 0,32 умножить на 0,3S плюс 0,22 умножить на 0,7S. Так, ну и получается 0,096S плюс 0,154S и получается 0,25S. Теперь наибольшая прибыль банка, значит, это будет вот эта сумма. Получается наибольшая прибыль. Тридцать семь умноженное на 0,3S плюс 0,27 умноженное на 0,7S. Ну и получается 0,111S. Так, плюс 0,189S. И тогда в итоге 0,3S. Тогда наименьшая чистая прибыль банка. Получается, мы берем тогда наименьшую прибыль и отдаем наибольшую ставку. Получается 0,25S минус 0,2S. Получается 0,05S. То есть 5%. Наибольшая чистая прибыль банка. Это значит, мы берем наибольшую прибыль и вычитаем наименьшую ставку. Значит, получается 0,3S минус 0,1S получается 0,2S, то есть 20%. Значит, ответ 5% и 20%. Всем удачи!